Стартовый свисток, игра началась. У микрофона для вас работает Рустам Рабаданов. 19-й, вот сейчас я как раз таки передо мной пробегал. Гулиев Зияудин, номер второй, капитан команды, это первый удар. Фат пропустил, но в матче Хуштады было забито 6 мячей. Неплохо. Правее. Можно бить. Удар в ближний. Что это футбол? Это игра контактная. Случается такое. Что тебе? Мяч синим. Удар по воротам. И вот по нас. Неплохо. Удар. И Хуштада забивает. Подача. Плохо, удар! Ой-ой-ой! Немного помедленнее, наверное, и поближе нужно нам. Непростой эпизод, признаюсь, честно. Пенальти остается, арбитр при своем мнении. Свисток. Удар по воротам и забивает гол. Ну, угадал мяч. Очень фол. И накаляются страсти. Нужно успокоиться обоим. Ну, понятно, что будет показано желтые карточки. Вот Ахмедову. И Сайпулаева. Вторая желтая для Марата Сайпулаева. Красная. И теперь... Султаналиев очень классно сейчас проводит этот отрезок. Исагаджиев в атаке. Хуштада. Ой-ой-ой. Разыграли доверного Магомеда Авдина в пустые ворота. Точаются. Классно они сегодня играют. Создают моменты. Владеют инициативой, даже играя в меньшинстве. Вот сейчас момент и гол! И они забивают в меньшинстве. Они отыгрались практически сразу. Азизов. Аналиев бросает Фаразиан Булата Исмаилова. Поддерживает атаку Мурдуз Магомедов. Справа есть сам Хурш стоял на ногах, а вот сейчас Сулейманов классно вправо, прострельная, мощная, и не дали добрать мяч у Халифата, можно играть, и пошла передача туда, правее, в дальний удар, отдавливает Халифат, поджимает, тяжело сейчас Хуштаде, Халифат, который выстоял, отстоял в меньшинстве сейчас, идет вперед. Рамазан Магомедов. Гол! Забивает гол Рамазан, отдохнувший, вышедший на поле. И что теперь? Исмаилов Джамбула с мячом. Удар по воротам. Мяч катится. И гол! Закатился мяч в ворота. Вот так вот. Джамбу в Узериева. И все на этом, друзья. Финальный свисток.